И снова здравствуйте. Здесь у нас школьное учреждение. Здесь у нас детский сад. Вот это здание у нас больница. Там у нас детский сад. А это школа. И чтобы грызть науки гранит, нужно преодолеть вот это все препятствие. А здесь под ногами вообще караул, как тут ходить, только в сапогах. Вот я пробую в ботинках здесь пробраться. Но если они дырявые, или как у нас сейчас обувь делают, она изначально протекает, то все. Ты 100% будешь мокрый. Ноги будут мокрые, вернее. Вот так. Вот здесь как ямина. Там вот начало еще более-менее. А здесь вот такая лужица. Неправильно ложит асфальт. В корни неправильно. Планировки никакой. Все на глаз. И в итоге получаем огромную здоровенную лужу. Это Новобайдаевка. Город Новокузнецк. И всем все нравится. Всех все устраивает. Тут даже при входе в школу такой бардачок. Добро пожаловать написано. Добро пожаловать. Фух. Ну вот, явно видно, что здесь прогиб. Прогиб. Ну да ладно. Асфальт новый положили. А почему не плитку? Плитка-то была бы поинтересней. Вот такой небольшой экскурс. А это везде так, по всему городу. 40 лет победы 9. 40 лет победы. 40 лет не могут лужу победить. Ни одну, ни вторую. Победа. На чем победы 40 лет? Трактор проезжал. Но как-то он ездит. Не по-человечески. Туда он вообще не ездил. Тут тоже садик. Здесь не положили асфальт. Может быть, в этом году продолжит. А это на десерт. Проспект Шахтеров, 26. Вот он тут все трактором. Все, переехал здесь. А тротуар даже не тронул. Нисколечко. А рядом ВТБ банк. Там тоже не тронуто.